Друзья, приветствую на канале Дневник Инвестора. В сегодняшнем видео я для вас изучил проект Delisium Token Edge и поделюсь с вами, как получить airdrop от биржи Bybit и, возможно, еще airdrop именно от этого проекта. Так что присаживайтесь поудобнее, будет много интересного, мы начинаем. А перед тем, как мы начнем разбор аирдропа, давайте посмотрим вообще проект, что это за проект, какая у него идея и стоит ли на него тратить, грубо говоря, свое время, насколько он будет интересен для нас. Я предлагаю перейти на CoinMarketCap, прописать здесь токен Edge, вот так он прописывается, и у вас появляется вот такое окошко. Он еще не залистен, он листится у нас завтра, 11 апреля, и тогда уже, собственно, будут по нему торги, и здесь будет больше информации. Нам же нужно здесь взять его какие-то ресурсы. Вот есть сайт, мы на него переходим. И здесь у нас идет как раз таки обратный отсчет, где будет листинг на 5 биржах. Это KuCoin, Bybit, Gate, Max и BingX. На этих биржах, собственно, будет залистен этот проект. Но нам интересно кое-что другое. Здесь есть прям искусственный интеллект на сайте, с которым можно прямо сейчас пообщаться. И я вам сейчас это покажу. Нам нужно нажать вот сюда, чат Visual Now. Он работает в бета-версии, но тем не менее он уже работает и как бы выполняет довольно-таки интересные функции. Мы перешли, и я давайте закрою это, потому что у меня уже кошелек законнекчен. Я здесь не коннектил свой основной кошелек, потому что для меня это довольно-таки стрёмная технология, не знаю, как вы, но вот искусственный интеллект уже в чате сейчас со мной, и можно с ним пообщаться. Давайте я его что-то спрошу. Я вот такой вопрос напишу, расскажи о проекте Delisium, что это? Мы подождем, можно писать как на русском, так и на английском, то есть он поддерживает и довольно-таки интересно и быстро отвечает. Еще у него есть просто ну крутейшая функция, как я считаю, он может перевести ваши средства с вашего кошелька просто по команде. Конечно, нам нужно потом подтвердить эту транзакцию, но тем не менее это работает. Я уже протестировал, вот я переводил минимальную сумму BNB на другой кошелек, соответственно, основной кошелек, как я сказал, я здесь не захотел коннектить. И не хочу его доверять искусственному интеллекту. Давайте сейчас мы посмотрим, что нам ответит он по поводу проекта Delisium. И вот что мне ответила Люся по поводу Delisium. В принципе, читать не буду. То есть это некая децентрализованная площадка, где будет своя игра, свой токен, свой искусственный интеллект, и довольно-таки все вот так интересно выстраивается. Но мы всегда знаем, что правду говорят фонды, правду говорят инвестиции, и там мы можем узнать куда больше информации. Перейдя на Twitter, у них 185 тысяч подписчиков. Дальше мы смотрим Coins Guru, здесь 22% оценка Твиттера, то есть это ну, не минимум, бывает проекты с нулем, там 1-2 оценка, здесь 22, ну уже как бы неплохо. За счет хайпа возможность есть немножко вырулить. Можно посмотреть, какие здесь проекты. Immutable X здесь фигурирует, как здесь, так и инвесторах. Больше известных имен, в принципе, я не нашел, кроме того, что биржи листят у себя этот токен, но как бы подписчиков как бы крутых, прям супер, я ну, не вижу. Можно поискать там, но это уже при желании. Дальше мы смотрим по инвестициях. Он собрал от 10 до 14 миллионов. Есть разная информация. Здесь написано 10, здесь на сайте тоже 10. Вот такие вот фонды. Этих фондов я тоже не нашел в списках топовых фондов, то есть это какой-то следующий эшелон фондов. И еще есть на другом сайте, здесь 14 миллионов, 25 инвесторов всего. Такая вот у нас информация. Ну и в принципе все. И давайте теперь перейдем к airdrop от биржи Bybit. Что нам предлагают этот airdrop сделать, что нужно и как это, собственно, все выполнять. Смотрите, листинг будет 11 апреля, об этом я уже сказал, 15:00 по киевскому времени. Депозиты уже открыты, но если смотреть блокчейн, то я не нашел пока что там транзакции. Давайте я попробую открыть. Можем открыть или Etherscan, или Basecan. То есть они в двух сетях будут функционировать. Лучше, конечно, использовать, я думаю, Binance Smart Chain сеть, потому что здесь будет меньше комиссии. Вставляем сюда адрес кошелька биржи Bybit и будем искать токен Edge. Вроде как его здесь еще даже может и не было. Вот уже что-то есть. Edge, давайте вот это откроем.
Открыл информацию, здесь не особо есть какая-то уже динамика депозитов, или они еще не отображаются, или их пока что не видно. Давайте посмотрим на Etherscan. Там, в принципе, то же самое, я уже проверял, вставляем кошелек, прописываем нужный нас токен, заодно увидите, как я это делаю. Много кто хотел узнать, как искать блокчейн, вам нужен кошелек биржи Bybit, вы его вставляете и дальше ищите нужный вам токен, и потом смотрите уже, как по нему проходят события. Вот этот токен, открываем его. Так, мы видим общий supply здесь 3 миллиарда токенов. Хотя мне сказала Люси искусственный интеллект, что всего 5 миллионов. Не знаю, думаю, все-таки здесь правильная информация отображается. И здесь мы видим 3 транзакции. Пока что активности, собственно, в блокчейне нет. Но не суть, давайте перейдем к активностям. Первое. А здесь кто накопит чистый объем покупки 600 EDGY, получит 60 токенов EDGY. Но чистый объем покупки это нужно купить и не продавать, или же купить, вывести на другую биржу и там, собственно, уже продать. Но так как у нас листинг будет, собственно, одно время на всех биржах, то нужно смотреть, когда будет вывод от биржи Bybit. Мы видим, что вывод у нас 12 апреля, и поэтому здесь не факт, что будет как бы выгодно иметь смысл участвовать в этой активности, потому что здесь 500 человек только будет победителей, кто заполнит, кстати, форму. Это, кстати, важный и такой интересный нюанс. Вот мы вставляем свое ID Bybit, нажимаем отправить, и мы уже как минимум попали в форму, то есть являемся участником. Это первое, что нам нужно делать. Отправили форму и нужно накопить 600 монет чистый объем. По цене, сколько он может стоить, если 60 выделяется токенов, то 20 центов, я думаю, он будет стоить минимум, потому что ну, биржа Bybit не дает меньше $10. Вот такие аирдропы, то, что я скажу из опыта. Это мои личные наблюдения. Следующий будет стейкинг. Тоже можно внести стейкинг и заработать проценты, как бы сумасшедшие. Но опять же, в таких проектах я не рекомендую сильно засаживать свои USDT, потому что они куда ценнее, чем тоже непонятно, как пойдет и в какую сторону проект, что нам он принесет, какой бы он интересен не был. А здесь просто стейкинг, нужно поставить в стейкинг максимум 200, точнее 2000 токенов и получать, соответственно, с этого процент. Это уже при желании, я там участвовать тоже не буду. И следующий, станьте держателем DMA. Что такое DMA, сейчас покажу. Чтобы разделить 30 тысяч призовой фонд тоже в токенах, и также выиграть VIP-карту на 14 дней от Bybit. А для этого что нам нужно? Станьте владельцем Delizium Multiverse Accelerator DMA, чтобы заработать EDGY в Delizium каждый день. И нужно удерживать его, чтобы получать 10% кэшбэка и разделить вот этот призовой фонд. И еще, если вы не являетесь держателем, купите его сейчас, чтобы получить 10%, и часть призового фонда сможем разделить. Когда мы будем его покупать, нужно использовать реферальный код Bybit именно при покупке, после чего можно будет запросить кэшбэк вот этих 10% от суммы покупки через 24 часа. Но на секундочку, эта штука стоит там порядка $1700, поэтому я ее покупать не стану. А вот здесь как оно выглядит, здесь есть реферальная ссылка, она открывается после того, как кто-то купил уже этот акселератор, как там он у нас называется, DMA, и здесь мы нажимаем, допустим, купить. Сейчас мы посмотрим. Всего их 50 тысяч supply. И здесь я смотрю, ну не сильно их покупаю. Кто-то купил за последние пару часов только один этот акселератор. Видите, какая цена? $1725. И, соответственно, эта активность могла бы быть интересной, если не такая цена на вот эту штуку. Будет она прибыльной или нет, мы этого, опять же, знать не можем, поэтому это довольно-таки рискованно. Тем более, здесь получат первые 30 пользователей, которые успешно купят вот этот DMA с реферальным кодом Bybit. Возможно, это количество мест уже заполнено, потому что награды распределяются в порядке очереди. И, грубо говоря, если мы получим 1000 токенов, они будут стоить там, ну, тех же 20 центов, ну по минимуму. Даже если мы $200 получим, будет ли оно окупаемо, тем более мы не знаем, свободно ли еще это количество мест. Но, тем не менее, вот такая возможность есть. И если вы вдруг купили, то можно еще наторговать четверть миллиона на Байбите и получить 14-дневный пробный период. Это здесь тоже нужно заполнять вот эту форму, переходите по ней и все это делайте. Ссылку тоже оставлю вам в описании. Следующая активность. Внесите депозит и заработайте 50
50 тысяч долларов здесь для 2000 первых пользователей по 25 долларов именно для новых пользователей. Если вы новичок на Bybit и купили вот эту штуку или переведете криптовалюту через Люси, то можете участвовать. То есть вы регистрируете свой аккаунт на Bybit. Смотрите, как переводить через Люси. Вот это самое интересное, что мне понравилось из того, как я готовился к видео. Смотрите, мы просто ей пишем команду. Переведи вот 001 BNB на кошелек такой-то, естественно, это мой кошелек. Но, как я уже сказал, я с основного кошелька не коннектился, не хочу давать доступ искусственному интеллекту к нему, а я использую дополнительный. И вот я подтвердил, написал вот такую команду, и она уже делает этот перевод самостоятельно. Я подтверждаю, и здесь идет ожидание. Сейчас мы проверим, когда придут эти средства. Буквально это работает тоже несколько там секунд. И мой другой кошелек вот здесь. Давайте мы проверим. Здесь у меня какая-то частичка BNB. Вот, перешло, да, видите, было 45, стало 55. То есть за 30 секунд я просто писал команду и получил вот такую от нее транзакцию. Так что это прикольно. Были еще вот здесь NFT, но оно закончилось у нас в прошлом месяце, в конце месяца. То есть клеймить нужно было NFT за выполнение заданий и, соответственно, будет airdrop. Поэтому если был airdrop, то может быть давление продавцов на листинге, которые захотят заработать, чтобы продать свой токен. Поэтому здесь нужно быть тоже внимательнее к этому всему. Давайте возвращаемся обратно. То есть если мы совершили транзакцию через Люси своего кошелька, дальше нам нужно здесь тоже заполнить форму, если мы зарегистрировали новый аккаунт. Вот эта форма, я ее уже заполнил, хотя я не новый пользователь, но я сделал. Я перевел через Люси, я вставляю кошелек, с которого я сделал перевод. И мне еще нужно выполнить важные условия. Внесите свой первый депозит в размере 1000 эджи со своего кошелька на свою учетную запись биржи Bybit в период проведения мероприятия. То есть первые 2000 новых пользователей, которые вносят депозит, заполняют форму и вот это делают действие через Люси, получают 25 долларов. Форма заполняется, каким образом, я вам показываю. Здесь ставите yes, вы перевели через Люси. Здесь вы вставляете адрес кошелька. Здесь вы тоже пишете yes, что вы пополнили первый депозит, именно важно. Тогда вы считаетесь новым пользователем. Вы вносите 1000 эджи, но, опять же, чтобы нам это совершить, нам нужно, чтобы был листинг на других биржах. Мы покупаем на другой бирже токен эджи. Дальше мы добавляем в свой кошелек MetaMask, адрес контракта. Вот так можно это сделать. Нажимаем просто добавить и добавляем токен себе в кошелек. Проверяем. Он у нас здесь отображается. В сети Binance Smart Chain лучше делать, потому что здесь меньше комиссии. Вот мы берем свой адрес кошелька с биржи, выводим сюда, а дальше со своего кошелька уже пополняем на биржу Bybit. Таким образом мы выполняем условие: внесите первый депозит со своего кошелька, который совершил транзакцию через Люси. Да? Мы заполняем форму. И, собственно, все. Здесь жмем ОК, ОК. Вот такие у нас активности, 4 от биржи Bybit. В принципе, заработать что-то можно. Новому пользователю довольно-таки можно легко забрать 25 баксов за то, что сделать вот эту транзакцию через Люси. Тем более, интересно, потестируйте, но лучше делайте свой запасной кошелек, не на основной. Это лично моя такая, мой взгляд. Вы можете делать по-своему, опять же. И еще дополнение, как получить airdrop от Delisium. Вот здесь нам нужно нажать кнопочку заработок Edgy. Это как бы вероятный airdrop, никаких гарантий у нас нет. Мы нажимаем поделиться в Твиттере. Здесь у нас делается репост. И, собственно, мы его публикуем. Сейчас давайте его посмотрим. Вот так он выглядит. Мы, собственно, сделали репост. И все, я уже его сделал. И после чего нам нужно совершить перевод через Люси токена. Перевод я тоже совершил. Таким образом, все, кто это действие сделает, имеют шанс получить какой-то airdrop себе на кошелек. Скорее всего, они придут либо в сети Ethereum, либо в сети Binance Smart Chain. Вот сюда, в наш кошелек MetaMask.
Так что тоже обязательно это сделайте. Так, ну, думаю, все сказал, что хотел. Видео немножко получилось не коротким, но надеюсь, будет вам понимание по этому проекту, как им пользоваться. Скоро там будет какая-то игра для тех, кто любит играть и что-то такое изучать. У меня на это времени нет. Главное донести информацию вам, записать видео. Так что на сегодня все. С вами был Дмитрий, канал Дневник Инвестора. Увидимся в новых видео. Всем удачи!